В садик, как на праздник. Именно с таким настроением каждое утро трехлетняя Маргарита Бойко идет в свой второй дом, детский сад номер 105. И как говорит ее мама, дело не только в друзьях, подругах и воспитателях, но и в уютной обстановке, которую в последнее время здесь создают. Детский сад изменился в очень хорошую сторону, стало чище, садик преобразился. У меня ребенок с удовольствием ходит в детский сад. Первые изменения в детском саду номер 105 начались 3 года назад. С приходом так называемых шефов, рассказывает главе города заведующая Людмила Сахарчук. Например, в этом году с их помощью и финансированием из бюджета уже удалось отремонтировать несколько помещений, где дети проводят свой досуг. Еще одно строители обещают сдать к 1 сентября. Но, пожалуй, для 105-го детского сада годом кардинальных перемен можно назвать 2014-й. Дошкольное учреждение ждет расширения, точнее строительство пристройки на 100 мест. Территорию уже подобрали и даже провели геологические исследования. Специалисты дали положительное заключение. Дело осталось за выбором подрядчика. По планам администрации, новый корпус здесь должен появиться к концу Олимпийского года. Кстати, с 2009-го в Сочи уже построены 4 пристройки и 3 новых детских сада. Столько внимания муниципалитет социальной сфере еще не уделял, отмечают аналитики. У нас 70% всего бюджета уходит на социалку. Детских садов мы построили сколько? Сдали. Новые. 2000 мест мы сдали уже. Ну, немножко больше. Сколько, Ольга Николаевна? 200. А сейчас строим еще 7 пристроек. Это 700 еще мест. Изменения в 105-м детском саду в лучшую сторону, отметил глава города. Но болевые вопросы еще есть. В частности, требует внимания дорога перед главным входом в здание. Директор подшефной организации обещал к началу учебного года и здесь навести порядок. А это уже детский сад номер 11. Как отмечают воспитатели, то, что еще было здесь 2 года назад и сегодня, это небо и земля. Начиная от коммуникации, заканчивая состоянием детской площадки, без слез смотреть на это было нельзя. Теперь своим местом работы воспитатели гордятся. Еще в этом году группу одну сделали, Антон Николаевич. Сейчас вы видите, прекрасно подобрана колористика, ровные стены. Вы видите, какой у нас пол идеальный, ровный. Всего по городу к 1 сентября в этом году будет отремонтировано 50 детских садов. Если говорить о затратах, шефы на уютную обстановку для дошкольников выделили почти 10 миллионов рублей. Муниципалитет в 2,5 раза больше. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.